работают органы пенсионного фонда во всех районах, городах, но более в усеченном варианте. Во-первых, прием граждан в органы пенсионного фонда будет осуществляться по предварительной записи. Максимально приниматься будут вопросы, прежде всего, вопросы назначения пенсий, конечно, и перерасчета пенсий, выплаты пенсий, так называемых остро необходимых. Также для нас актуальным является в эту пору вопросы предоставления материнского семейного капитала, поскольку с этого года уже право на материнский капитал имеют семьи, в которых родился первый ребенок. Конечно, вопросы распоряжения этими средствами. Считаем возможным, если для предоставления каких-то государственных услуг в других структурах можно получить по системе межведомственного взаимодействия, то есть дистанционно, не приходя в органы пенсионного фонда. Также можно эту справку заказать и получить позднее, после того, как эта неделя пройдет, или другие периоды, когда нам разрешат уже работать в обычном режиме. Но я хочу сказать, органы пенсионного фонда максимально подготовлены для предоставления всех услуг в электронной форме. Самый большой вопрос может быть, когда кто получит, поскольку уже услышали, что пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсии за апрель. Действительно, 27 марта, то есть в пятницу, мы перечислили пенсии за апрель по лицам, получающим пенсию в кредитных учреждениях, по 15 апреля включительно. А что касается получателей пенсии через почту, органы почтовой связи также получили финансирование по тем лицам, которые находятся в тяжелом состоянии. Мы будем осуществлять выездной прием на дому. По городу Чебоксары у нас целый день эта служба будет работать по предварительной записи.